Доброго времени суток, дорогие друзья. Вот, разрешите вас поздравить всех с третьим Спасом в августе. Да, у нас три Спаса. Сегодня у нас Ореховый Спас. Вот, желаю всем фундамент, как всегда, всего крепкого здоровья, друзья. Крепкого здоровья, душевного спокойствия. Вот. Добра, Божьей ласки, чтобы все у вас, ребята, получалось всегда. Я буду всегда это повторять и на работе, и дома, и в кругу семьи. Берегите друг друга, берегите себя, берегите свое здоровье, заботьтесь о себе сами. Если вы сами о себе не позаботитесь, друзья, никто о вас не позаботится. Поэтому любите себя, уважайте себя, цените себя. И пусть вам в этом всегда помогает Господь. Вот. Также хочу пожелать хорошего дня. Чтоб все было удачно, происходило. Лето прошло. Лето пронеслось, да? Вот и лето прошло. Словно и не бывало. Понапрасну везло, только этого мало. Как где-то я слышал, друзья, но вы, наверное, спел эту песню, и сразу в голову пришла смешная мысль, когда, это такой юмор. А вы знаете песню про Толика, можете спеть? Про Толика, конечно. Только этого мало. Я как-то первый раз услышал, я так смеялся. Песня говорит про Толика. Только этого мало. В общем, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь, дарите друг другу улыбки. Вот. Всех вам благ, солнечного настроения, и пережить это пекло. Вот. Эту жару пережить. Берегите себя, долго не бывайте на солнце, носите головные уборы. До новых встреч, друзья!